Здравствуйте! В эфире телеканала «Регион 12», информационная программа «12. Новости республики». Интернет-версию нашей программы можно найти на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. Все важные аспекты социальной и экономической жизни республики под контролем общественников. В общественной палате МРИЭЛ подвели итоги работы за 2017 год. Итоговое заседание проходило на высоком уровне. На нем присутствовал глава МРИЭЛ Александр Евстифеев, а также члены регионального правительства. Напомню, общественная палата работает в республике уже 9 лет. В ее составе 4 профильных комиссии, отвечающих за разные направления. От совершенствования законодательства до социальной и молодежной политики. Подробный доклад о работе за прошлый год представил исполняющий обязанности председателя общественной палаты МРИЭЛ Герман Дементьев. После чего глава республики дал свою оценку деятельности общественников. Мы видим, что общественная палата – это сформировавшийся орган общественного контроля, работающий результативно. Мы видим потому, как сформирована структура общественной палаты, какие созданы комиссии, как организована работа в смысле проведения круглых столов по актуальным, востребованным в республике темам. Мы видим присутствие членов общественной палаты в различных структурах государственной власти, в общественных советах. И это, конечно, приветствуется, потому что, повторюсь, общественный контроль, он самый результативный, и это тот контроль, который практически никогда не подвергается критике, потому что общественный контроль нельзя упрекнуть ни в предвзятости, ни в каких-то нарушениях и так далее. Впрочем, были у Александра Евстифеева и поручения. Так, глава республики обратил внимание общественников на необходимость более активной работы в плане подготовки проектов для заявок на получение средств из резервного фонда президента России. В прошлом году МРИЭЛ получила из фонда около 200 миллионов рублей. Часть этих средств, а именно 125 миллионов, будет потрачена в 2018 году на реконструкцию Дворца спорта в Волжске. Тем временем квота на республику составляла 300 миллионов рублей. Часть средств не была получена из-за неготовности проектно-сметной документации по объектам, требующим финансовых вливаний. И именно здесь могли бы помочь общественники. Еще одно поручение членам общественной палаты МРИЭЛ – работа с кадровым резервом в регионе. Тема кадрового резерва. Нет в республике кадрового резерва. Ни в какой сфере. Я студентам объявил, что мы формируем кадровый резерв. Но кадровый резерв на разные уровни – это тема, адресованная не только молодым людям студенческого возраста, но и специалистам уже состоявшимся, потому что на разные должности в республике, в органах власти и в других структурах нужны подготовленные кадры, поэтому прошу вас по возможности обратить на это внимание. Наконец, глава МРИЭЛ обратился к общественникам с просьбой более тщательно проработать вопросы, связанные с приоритетным проектом по реформе контрольно-надзорной деятельности, отметив, что все замечания и предложения, исходящие от общественной палаты, будут учтены правительством региона. В МРИЭЛ капитально отремонтировали психоневрологический интернат в деревне Шая-Кузнецова. Ремонт удалось провести на средства, выделенные из резервного фонда президента России Владимира Путина. Деньги были потрачены на замену полов, дверей, оконных блоков в спальных корпусах интерната. Отмечу, что на ремонт первоначально было выделено 12 миллионов рублей, но часть средств удалось сэкономить за счет проведения процедуры торгов. В итоге уложились в 10 миллионов. Напомню, интернату в Шая-Кузнецова уже 82 года. Сейчас здесь живут 285 человек. Это пожилые люди и инвалиды. Как сообщают в Министерстве социального развития МРИЭЛ, в 2017 году на ремонтно-восстановительные работы в учреждениях социального обслуживания республики было выделено 32 миллиона рублей. Эти средства пошли на адаптацию организации к обслуживанию инвалидов и работы по капитальному и текущему ремонту зданий.
Йошкар-Олинцы обсуждают городскую среду. Реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды» выходит на финишную прямую. 18 марта, в день выборов президента России, горожанам будет предложено определить ту общественную территорию, которую благоустроят в этом году. Публичное обсуждение проектов продлятся до 27 февраля. Напомню, что всего таких территорий 7. В числе претендентов и Парк Победы за Дворцом культуры имени Ленина. Парк передан на попечение дворца в 2015 году, и здесь уже многое сделано. Речь в первую очередь идет о скейт-парке и воркаут-площадке. Объектов такого уровня и качества в республике больше нет. Но останавливаться на достигнутом руководство ДК имени Ленина не собирается. В частности, должна измениться входная группа. Главное место займет монумент Георгию Победоносцу, символ воинской славы и доблести. Найдется место аллеям, скамейкам и малым архитектурным формам. Будет расширена и спортивная зона. Для маломобильных групп населения под крышей, огороженная забором, с мягким покрытием резиновым, вот должен человек подъехать на своей, так сказать, как сказать, коляске или в данном случае может и с сопровождающим. Место для сопровождающего есть, человек подъехал, разметка есть даже уже, как он должен к снаряду, позанимался, прошел, да, весь круг и спокойно уехал домой. Это нужно, потому что это... В городе я не вижу таких площадок, которые, вот, в общем, для этих слоев населения. Это нужно. Ну, объективно. Дальше будут, вплоть до туалета все предвидели. В проекте это есть. Публичное обсуждение с демонстрацией дизайн-макетов общественных территорий, которые войдут в список для голосования, продлятся до 27 февраля. С графиком их проведения можно ознакомиться на сайте столичной мэрии и на портале госсреда12.ру. Кадровые перестановки в Республиканском министерстве культуры, печати и по делам национальностей. Руководитель министерства Константин Иванов представил коллегам своего нового заместителя. Им стал Михаил Матвеев, ранее работавший на должности директора Национального театра имени Шкитана. В свою очередь, исполняющим обязанности директора Национального театра стал Эрик Юзекайн, совмещая новую должность с руководством Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. В соответствии с федеральным законодательством в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора театра имени Шкитана. Штраф в 190 тысяч рублей заплатит экс-руководитель одного из предприятий Йошкар-Олы за незаконное получение кредитов 24,5 миллиона рублей. Приговор суда вступил в силу, а события дела происходили в 2015 году. По данным Следственного комитета, фигурант дела, тогда он занимал пост генерального директора и единственного учредителя предприятия «Махаон», был достоверно осведомлен о финансовых трудностях, которые испытывало предприятие, но предоставил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии прибыли. В итоге предприятие получило и использовало кредит на сумму более 24,5 миллионов рублей, возвратив банку около 20 миллионов. Однако в конце 2015 года было принято решение о ликвидации ООО «Махаон». Преступление было выявлено сотрудниками прокуратуры и ФСБ России по Республике Мариэл. Увлечение строгого режима мастера с криминальным прошлым. В Мариэл на территории женской исправительной колонии номер 7 открылся фольклорный музей народных суеверий «Веселая Овда». Гномы, лешие, многочисленные бабки-ёшки, русалки, марийская овда, армянская кохорт, полсотни кукол, сшиты руками осужденных. В ход шла разноцветная ткань, кожа, нитки, войлок и фурнитура. Выкройками мастерицам помогли кукольники со всей страны. Мы обратили внимание, что в отрядах все женщины потихонечку. Кто-то что-то вяжет, кто-то что-то вышивает, кто-то что-то шьет. В общем, это в женской натуре заниматься рукоделием. Поэтому мы решили как-то это организовать и создали вот такой кружок. Женщины приходят сюда, шьют, отвлекаются от каких-то негативных моментов, развивают свои творческие способности. Хочется еще добавить, что мы ежегодно принимаем участие в акции «Помоги ребенку». То есть наши женщины шьют вот такие замечательные поделки, которые потом передаются в детские дома. Конечно, этот музей суеверий смогут посетить только сами осужденные. Зато сейчас мастерицы занялись реставрацией героев кукольного театра для Йошкар-Олинского детского сада «Золотой петушок». Задача – отреставрировать полтора десятка персонажей самых известных русских сказок к весеннему празднику 8 марта.
Тратить или копить? Брать ипотеку сейчас или ждать дальнейшего снижения ставок? Как рефинансировать действующий кредит под более выгодный процент? Эти и другие финансовые вопросы мы адресовали напрямую заместителю руководителя Марийского филиала Россельхозбанка Сергею Иванцову. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Россельхозбанк известен в первую очередь как банк, который поддерживает аграриев. А что касается остального населения, физических лиц, работаете ли вы с ними? Да, Россельхозбанк в первую очередь это банк, обслуживающий интересы агропромышленного комплекса. При этом мы являемся универсальным банком, 100% акций которого принадлежит государству. То есть мы являемся 100% государственным банком, который прилагает широкий перечень банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Так, например, в настоящее время ипотека является одним из наших ключевых продуктов в линейке розничного кредитования. И, как известно, ипотека является драйвером роста розничных кредитов портфелей в банковской системе России. Выдача ипотек в настоящее время серьезно растут. Но также ипотека – это значимый инструмент для роста и развития всей строительной и околостроительной отрасли всей страны. Поэтому Россельхозбанк сегодня предлагает различные программы по ипотечному кредитованию для всех категорий граждан, для молодых семей, для военнослужащих. И самое главное, мы предлагаем привлекательные условия кредитования на покупку. А можно ли в вашем банке взять обычный потребительский кредит, допустим, на ремонт, покупку мебели или какие-то другие личные нужды? Конечно, в настоящее время в банке действуют различные программы потребительского кредитования, причем для различных категорий граждан действуют различные условия, позволяющие выбрать наиболее приемлемые процентные ставки по кредиту. Насколько нам известно, ваш банк особенно любим пенсионерами. Откуда возникла такая симпатия? Отвечу, наверное, так. Наша симпатия взаимна, и у нас для людей пенсионного возраста действуют отдельные программы как по кредитованию, так и по вкладам. Пенсионерам, я думаю, приятно иметь дело с государственным банком. Все-таки отношение у людей пожилого возраста, пенсионеров, оно, отношение к деньгам у них очень бережное. И тут на первый план выходит, наверное, надежность и уверенность в банке. Впрочем, это касается и других категорий граждан. Возвращаясь к вопросу ипотеки, сегодня очень многие жители республики хотели бы улучшить свои жилищные условия, купить квартиру или построить дом, и всех без исключения волнует вопрос, что будет в дальнейшем с процентными ставками по ипотеке. Каковы ваши прогнозы? Смотрите, согласно официальной статистике Росстата, инфляция в России в 2017 году составила порядка 2,5% годовых. Также Центральный банк на протяжении 2017 года неоднократно в течение 7 раз понижал ключевую ставку. Сейчас с 9 февраля ключевая ставка также была в очередной раз понижена. Она составляет у нас 7,5% годовых. И напомню, что ключевая ставка – это та ставка, по которой Центральный банк кредитует финансово-кредитные учреждения, то есть банки, сроком на одну неделю. С учетом указанных факторов, текущей складывающейся макроэкономической ситуации в стране, прогнозных целевых показателей по инфляции и внутреннему валовому продукту, ведущие экономисты и финансовые аналитики делают прогнозы о возможном поэтапном снижении ключевой ставки. Да? Соответственно, значит, и велика вероятность того, что ставки по ипотеке будут снижаться. Данные обстоятельства позволяет предполагать об этом, да? Но это не говорит о том, что стоит откладывать с возможным приобретением квартиры, дома или какого-то объекта недвижимости. С учетом ожидания понижения текущих банковских ставок, скажу, что понижение процентных ставок на рынке, оно происходит плавно и не так быстро, как хотелось бы многим, да, нашим клиентам. Поэтому я думаю, что не стоит откладывать покупками, тем более, если насущная потребность уже созрела. Сергей Вячеславович, вы упомянули о снижении ключевой ставки Центробанка в декабре прошлого года. Вслед за нее снизились и ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Давайте вспомним тот момент, когда в 2014 году Центробанк неожиданно для всех поднял ключевую ставку до 17%. Вслед за этим поднялись ставки по кредитам потребительским и по ипотеке. И в 2015 и 2016 году многие жители нашей республики были вынуждены брать кредиты именно под этот высокий процент. Сейчас ставки снизились, и что делать тем, кто продолжает выплачивать кредит по тем самым высоким ставкам 2015-2016 года?
Все мы помним, что существовала такая ситуация, да, когда население, предприятия, ведущие бизнес были вынуждены брать кредиты в конце 2014-го. Ну, такая тенденция продолжалась в 2015-2016 году по ставкам, которые значительно отличаются от действующих, а порой в разы. Да. Но напомню, что это была вынужденная мера Центрального банка, введение которой являлось необходимостью в целях ограничить возрастающие девальвационные и инфляционные риски. Ну и вот хотел бы сообщить вам о том, что в настоящее время в Россельхозбанке набирает программа рефинансирования. Она пользуется значительной популярностью среди населения. Эта программа была введена в нашем банке в конце прошлого года. Вы упомянули слово «рефинансирование». Сегодня это слово известно многим, но далеко не все знают, что именно оно обозначает. Не могли бы вы рассказать поподробнее? Ну, смотрите, вообще слово «рефинансирование» происходит от английского слова «рефинанс». Что это значит? Это замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. Рефинансирование кредита или просто перекредитование – это получение в банке нового кредита для частичного или полного погашения действующего, да, предыдущего. Какие возможности дает рефинансирование? Во-первых, рефинансирование дает изменить процентную ставку по кредитам. Во-вторых, дает возможность изменить сроки кредитования, то есть увеличить сроки кредитования. Также рефинансирование дает возможность изменить ежемесячный взнос, да, по кредиту, который осуществляет клиент. Если кредит был взят в иностранной валюте, да, в долларах или в евро, то рефинансирование позволяет возможность перевести его в рулевый эквивалент. И в последнее время очень часто так бывает, что у клиента бывает несколько кредитов в разных банках, да, то рефинансирование дает возможность перевести кредит в один банк и обслуживать, соответственно, там. А каким образом работает схема рефинансирования? Для многих это остается загадкой, и зачастую, я уверен, люди боятся потерять свои деньги там и боятся потерять здесь, и в итоге платить два кредита. Понятно. Ну, смотрите, схема рефинансирования, она достаточно проста. Да? Заемщик оформляет заявку на рефинансирование, банк одобряет эту заявку и, в свою очередь, погашает задолженность в том банке, где в настоящий момент клиент обслуживает этот кредит. Да? При рефинансировании заемщик при рассмотрении заявки также производится оценка платежеспособности заемщика. Банк смотрит, как заемщик обслуживает кредит в действующем банке, то есть смотрит просрочки платежей. В случае, если просрочек не было, то велика вероятность того, что банк примет положительное решение. Да? Также заемщик может получить отказ в случае, если его материальное положение ухудшилось по сравнению с тем, когда он брал свой предыдущий кредит. Таким образом, если человек понимает о том, что процентная ставка в банке, где он в настоящее время взял кредит, его не устраивает, то он вправе обратиться в другой банк и выбрать себе подходящие условия для рефинансирования. Сергей Вячеславович, спасибо за полезную информацию, которую мы получили. Надеюсь, нашим телезрителям пригодятся ваши рекомендации. Спасибо вам. В завершении нашей беседы я бы хотел отметить, что не стоит бояться банков, не стоит бояться банковских продуктов. Просто нужно постоянно повышать свою финансовую грамотность, вникать во все детали договора, внимательно все изучить и сравнить. А главное – выбрать надежный банк. Информационная программа «12. Новости республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в 6:30 утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, на нашем YouTube-канале, а также в группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания.